Heute sieht diese Gegend wie ein gewöhnlicher Park aus. Familien mit Kindern sind hier unterwegs, Anwohner mit Hunden gehen spazieren. Doch vor 80 Jahren befand sich in dieser Gegend eine Schlucht, die von den Anwohnern der Stadt die Schlucht von Babi Yar genannt wurde. In dieser Schlucht trieben die Nationalsozialisten in den Morgenstunden des 29. September 1941 die Juden der Stadt zusammen. Sie mussten sich ausziehen und wurden nacheinander erschossen. Die meisten Opfer waren Frauen, Kinder und alte Menschen. Nach 36 Stunden des Mordens waren 33.000 Menschen tot. Es war das größte Massaker des Zweiten Weltkriegs. Heute treffen wir die letzte lebende Augenzeugin des Verbrechens. Raisa Mastrenko war erst 3 Jahre alt, als ihre Mutter Zilia ihre Sachen packte und mit ihr zusammen auf dem Weg zu ihrer Schießung machen musste. Hier legt heute die 83-jährige Blumen am Denkmal für die ermordeten Kinder nieder. Это памятник и мне предназначался. Благодаря бабушке я осталась жива. Она меня спасла. Rund einem Jahr wurde bei Raisa Alzheimer diagnostiziert. Ihr Sohn Alexei, bei dem sie jetzt wohnt, reichte ihr die Notizen. Um nicht zu vergessen, was an diesem schrecklichen Ort geschah, schrieb sie ihre Erinnerungen auf. Когда в Киеве появились немецкие листовки с приказом сбора евреев в районе Лукьяновского кладбища, люди восприняли это как приказ об эвакуации евреев из Киева. Люди шли, ехали на подводах, везли коляски с детьми и стариками. Вся эта скорбная колонна двигалась очень медленно, часто останавливалась. Вдруг начался какой-то шум. Люди закричали, забегали. Я тоже побежала за ногами людей и увидела колонну стариков в белом. Я так и назвала их впоследствии белыми дедушками. Они были в нижнем белье, избиты и окровавлены. Какая-то женщина обнимала одного из них и плакала. Ее оторвали от него, кричали, возмущались. Никто не подозревал, чем все это закончится. Пришли к месту, где начали разлучать семьи. Женщины и детей уводили в одну сторону мужчин и мальчиков в другую. Издалека слышны были пулеметные очереди, колонны людей были окружены немцами и полицаями. Я с бабушкой осталась одна. У бабушки был с собой паспорт. Она показывала его и кричала: «Я русская». Немец схватил бабушку за ворот, поднял на ноги, швырнул. Все это время я висела у бабушки на шее, и только чудом приклад не угодил мне в голову, а разбил бабушке плечо. Обезумев от боли и страха, не переставая креститься и кричать «Я русская», бабушка помчалась к кладбищу. От нас не отставала девочка лет 12. Началась стрельба. Мы долго бежали, в изнеможении упали и затаились в кустах среди могил. Девочка была с нами. Мы просидели до темноты. И когда совсем стемнело, начали искать дорогу домой. Unbemerkt schaffte es Oma Tatjana mit der Enkelin nach Hause, wo sie Raisa die nächsten 2 Jahre versteckte, bis Kiew im Herbst 1943 von der Roten Armee befreit wurde. Die Mutter von Raisa und ihre Großeltern wurden bei dem Massaker von den Nazis ermordet. Это моя мама, которую здесь расстреляли во время войны. Juri Fuchs war 5 Jahre alt, als die Wehrmacht im Sommer 1941 in Kiew einmarschierte. Zusammen mit seinen Eltern, Schwester und Großeltern wohnte er in einer Wohnung in der Kiewer Innenstadt. Nur ein halbes Jahr später war seine gesamte Familie tot. Когда Киев был занят, и был приказ комендантам всем евреям явиться на сборные пункты, дедушка с бабушкой пошли, хотя дедушка мог уехать в эвакуацию.
Но он помнил, когда немцы были на Украине в 18 году, и были тут погромы еврейские, немецкие солдаты защищали, и он был уверен, что это цивилизованная, культурная нация. И он так и говорил, что они нам ничего плохого не сделают. Ну, это была, конечно, ошибка, но это стало ясно уже после всего. У нас была соседка, у нее детей своих не было. И вот мы часто с сестрой у нее в квартире были. А в начале 42-го года я как-то так случилось, что я был у нее в квартире, а сестра была с мамой в нашей квартире. И Мария Григорьевна увидела, что в наш дом идут полицаи. И она поняла, что это за нами, за нашей семьей. И она меня спрятала, а маму с сестрой забрали. Тогда всех расстреливали в Бабьем Яру, другого места не было. Так что я считаю, что она там тоже похоронена. Так что я ей очень благодарен. И у меня нет никаких обид. Много немцев перенесло то же самое, что и у нас здесь. Ich habe das Gefühl, dass jemand weiß, dass es wieder ist. Aber die Wirtschaft.